Планировали, откладывали и вот, наконец, решились. На улице Луганской началось строительство кольцевой развязки. Хотя еще в конце июля в общественной палате говорили о том, что круговое движение на Луганской под вопросом. Мол, непонятно, что там будет вообще, ремонт или реконструкция и в какие сроки. В мэрии сообщили, будет капитальный ремонт с устройством кольцевой развязки на пересечении с улицей Ломоносова. По проекту там запланировано двухполосное движение, также сделают съезды с расширением проезжей части. На Луганской появится остановка общественного транспорта. На всех этапах капитального ремонта не предусмотрено полное перекрытие дороги. Однако уже сейчас и до 30 ноября на участке частично ограничено движение транспорта. Развязка, конечно, нужна. В данном месте, во-первых, сейчас строится торговый центр, большой торговый центр, плюс там находится строительный магазин. И так как эта улица и так на себе несет большой объем трафика движения транспорта, так как в основном весь транзитный транспорт идет по улице Луганской с улицы за производственной стороны, там дальше Советская, либо Вятских Полян, то, конечно, на данном перекрестке нужно кольцевое движение.